Всем доброе время суток, пистеры операми автомобиля, это Mitsubishi Lancer 10-го поколения. Автомобиль, значит, 2013 года выпуска, оснащен мотором 1,6 литра на автоматической коробке передач, соответственно, передний привод. Машина в хорошем техническом состоянии, всего лишь 4 владельца, чистенький ухоженный салон, красивый внешний вид, черный, блестящий, на литье. Так, давайте теперь переместимся в салон автомобиля, я вам покажу состояние салона и расскажу про комплектацию. Итак, значит, здесь у нас с вами вот такой вот чистенький салончик, сиденья, карты, дверей сохранились очень хорошо, красиво все, приятно выглядит. Спереди у нас с вами тоже чистенький салончик, сиденья, карты, дверей, панель, водительская дверь, все четко, все красиво. Давайте расскажу про комплектацию. Как видите, у нас с вами имеется мультируль, дальше все стеклоподъемники, регулировка зеркал, автоматическая коробка, кстати, коробка здесь вообще в шикарном состоянии. Четко все включается, все работает. Значит, запитель салона с вами с кондиционером. Кондиционер заправлен, все исправно работает. Здесь у нас с вами располагается штатная магнитолка. В комплекте будут ключи с автозапуском Starline. Также есть запасной ключ, но в нем нету чипа. И запасной брелок от Starline, от этого автозапуска. Вот сюда, наверное, я как думаю, что можно просто прошить, ну, то есть взять чип, сюда его поставить, и ключ будет работать. Так он открывает, то есть замок зажигания он вставляется, но он не заводит. Так, ну, как запасной вариант тоже хорошо. Так, значит, сейчас мы с вами заведен автомобиль, идеально ровно работает мотор, ошибок абсолютно никаких не горит, здесь, кстати, свой родной пробег, он составляет 210 тысяч километров. И теперь, наверное, мы с вами прокатимся по стояночке, и я вам скажу ощущения от этого автомобиля. Немножко разгонимся, посмотрим заодно по ходовой части. Тут у нас есть кочки, ямки, асфальт здесь далеко неровный, он весь в таких, как бы это сказать, в кочках. Значит, по ходовой части машина в идеальном состоянии, ничего нигде не стучит, все плавно, ровно работает. Коробка работает тоже отлично. Прокатимся, давайте теперь в другом направлении. Честно слово, очень хороший, добрый Mitsubishi Lancer. На сегодняшний день, наверное, на нашем авторынке хороший, добрый, черный, причем же Mitsubishi Lancer 10 в хорошем состоянии, с хорошей автотекой найти практически, наверное, нереально. Так, значит, сейчас мы с вами еще посмотрим автотеку на этот автомобиль и будем заканчивать этот небольшой видеообзор. Также можно услышать, как работает мотор. Моторчик работает четко, ровно, мягонько, так как и должен работать. Итак, значит, как я обещал, вот она, автотека Mitsubishi Lancer 2013 года выпуска. Как я вам говорил, вот у автомобиля 4 владельца, свой родной пробег, график ровно, никаких залогов, ограничений, ДТП, ничего такого нету. Автотека на машину тоже хорошая, так же, как и сама машина. Так, ну и в принципе, наверное, по автотеке все. Так что вот такой вот красивый, черный, добрый Mitsubishi Lancer на ваших экранах. Машина у нас в наличии. Приезжайте к нам на осмотр. Мы вместе с вами сделаем тест-драйв, заведем, прокатимся на автомобиле. Если вам все понравится, эту машину прямо же здесь сразу у нас можете приобрести по системе трейд-ин в кредит, либо за наличный расчет. Это уже решать вам. На этом спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего настроения. Всего вам доброго. До свидания.